Издательство Бомбора. Океан книг. Переговоры по душам. Инженерный подход, который гарантирует успех в коммуникации. Книга вышла в издательстве Бомбора в 2023 году, а читает ее автор, то есть я, Татьяна Мужицкая, психолог и бизнес-тренер с очень большим стажем. Ну как читает? Я, конечно же, буду вам ее читать, но поскольку я автор, что хочу со своей книгой, то и делаю. Иногда сюда будут э, еще добавляться какие-нибудь истории, которые мне навеяло мысли в этот момент, или сюда будут добавляться еще какие-то примеры. В общем, наша аудиокнига может оказаться намного шире ее печатной версии. Поэтому хорошо бы иметь и то, и другое, как говорится, для знаний печатное а для настроения и состояния аудио. И еще, давайте мы с вами договоримся вот о чем. Поскольку это уже не первая моя книга, которую я начитываю в аудио, и вы мне пишете регулярно, что где только мы с вами не встречаемся, где только я вас не сопровождаю в наушниках, вы вместе со мной занимаетесь прополкой, грядок, бегаете в парке, делаете ремонт, фотошопите, если вы фотограф или дизайнер это все прекрасно, но я знаю, что иногда вы еще едете со мной за рулем. Вот когда вы едете со мной за рулем, когда я буду просить вас, а если такое э, случится, вполне может быть, что я вас буду об этом просить, делать какие-то упражнения или записи, я вас очень прошу, пожалуйста, останавливайтесь и не ведите в этот момент машину. Хорошо? Потому что я не хочу стать причиной опасности на дороге. Поэтому давайте договоримся о таких простых правилах. И я очень надеюсь, что аудиокнига создаст для вас не только знания новые, но и настроение, чего бы мне крайне хотелось, потому что в отличие от моих предыдущих аудиокниг, это посвящена в большей степени бизнесу, хотя мы с вами знаем, что переговоры ⁇ это то, что сопровождает человека абсолютно во всех сферах его деятельности. Ну вот я вам рассказала то, чего нет в книге, уже мы с этого начали. Ну и будем считать, что мы договорились. Договорились, скажите мне, договорились, да? Да? Все. Если мы договорились, тогда погнали. Итак, Татьяна Мужицкая. Переговоры по душам. Инженерный подход, который гарантирует успех в коммуникации. Введение. Инструмент и оркестр. «Ваша задача — договориться», — сказала я и заняла позицию наблюдателя. Представительница женской команды берет в руки шариковую ручку, подходит к флипчарту и начинает торги. Она приводит разумные аргументы, рисует цифры, упоминает факты в общем, активно создает чудный образ желаемого результата, но все внимание участников бизнес-тренинга почему-то прикована к той самой ручке. Почему? потому что женщина вертит ее между пальцев, катает по подбородку, берет кончик ручки в рот и периодически дотрагивается до него языком. Она безумно увлечена переговорами и так поглощена процессом, что вообще не замечает, как она буквально засасывает и выдергивает ручку изо рта, повторяя это движение снова и снова. То, что команда «А» состоит только из мужчин, а «Б» только из женщин, на самом деле чистая случайность. Ну так совпало. На тренинге по-разному распределяют команды. Здесь мы просто делили команды на синие и желтые листочки, которые были у кого-то вложены изначально в папках. И вот, когда начался вот этот момент распределения, в этот момент я уже заподозрила, конечно, забавное развитие событий. Что же из этого такое получится? Подумала я. Получилось смешно я бы даже сказала, огнище получилось. Оппонент по заданию был просто в трансе. Он вообще не слышал, о чем речь. Он соглашается на все условия, угукает и кивает. «Угу. И кажется, что успех переговоров уже буквально в кармане у женской команды «Б». Но от сверхусилий наша героиня случайно ручку ломает прям пополам соперники взяли верх. Просто раскатали женскую команду, выбили бешеную скидку, на совершенно невыгодные условия прогнули женскую команду. В общем, хорошо, что все случилось всего лишь в ролевой игре и на бизнес-тренинге, и никаких реальных потерь. И, конечно же, мы э, все потом разобрали и посмотрели на видео. В рамках игровой задачи нужно было всего лишь торговаться о цене, на самом деле, а вовсе не то, что вы тут подумали себе. Задача решена, сторговались, да. Но Никто из участников на тот момент вообще не понял, что произошло и почему все произошло именно так. Когда дело дошло до обработки результатов, участники акцентировали внимание и выводили на передний план, как вы думаете, что? Ну, как вы думаете, что? Что? Ловкое использование переговорных инструментов, неудачные ответы, цифры, выгоды на языке вот этих всех историй, которые связаны исключительно с бизнесом. И они, конечно же, несказанно удивились, когда на видео мы подсветили роль ручки и ее влияние на исход переговоров. Буквально замедленной съемкой показывали причина-следствия. Причина-следствия. Зачем я вам тут рассказываю такие истории, интересно? Зачем? Потому что очень хочется, чтобы мы с вами задались вот каким вопросом. От чего же на самом деле зависит успех в коммуникации? Неважно, в каких коммуникациях, это может быть пятиминутный диалог с директором школы, в которую надо без прописки устроить ребенка. Это может быть попытка добиться от босса своевременной выплаты премии. А может быть, это давно намеченная встреча с потенциальным клиентом, которому вы хотите дорого продать сложный проект. Ну или даже намерение уговорить любимого человека поехать на выходные с вами за город. Не суть. Все мы ежедневно ведем переговоры.